Так. Третий подход. 17 июня 2019 года. Харьков. 0 часов 24 минуты по Киеву. Сатурн. И кольца Сатурна. Ну, сейчас уже по-быстрому сделаем за один проход. Попробуем Сатурн, Юпитер, полную Луну. Пока меня летучие мыши в гнездо не унесли. Или что там у них. Вот они. Целая триада у нас сегодня. Не хочет. Не хочет фокусироваться. А жаль. Ну, ты ведь рук откуда-то взялся. Вроде ж так все прекрасно стихло. Ну, ничего, со второй попытки получилось, да? Юпитер, за Юпитером сейчас уже скрыта Европа. Один из четырех галилеевых спутников. А тут у нас Ио слева, потом Ганимед. И сейчас слева должен вползти Каллисто. Самый скромненький, бледненький из спутников на сегодня. Вон он мерцает. Еле-еле, господи, может даже не видно будет. Но мигает периодически. Ну, теперь по скоренькому Луну. И баньки. Чудесно. Сатурн есть, Луна есть, полная Луна. Юпитер есть, Галилеевы спутники есть. Ну, Европу сейчас снять не получилось, но полтора часа назад я ее заснял, пока она еще не спряталась. Да, часто спрашивают, чем это я снимаю. Это ультразум Nikon Coolpix, фотоаппарат Nikon Coolpix P900. 83-кратное оптическое увеличение, 4-кратное добавочное цифровое. Но, конечно, к сожалению, матрица у него микроскопическая, поэтому... Никаких полос на Юпитере рассмотреть, конечно, не получится. Ну и на том большое спасибо японским техникам. Иначе, если бы это был объектив, размер бы он был на полнокадровом,
полноформатном матрице, метра два с лишним. А сколько бы он стоил, и думать не хочется. А так $700 делу, или 800, уже не помню. Сейчас, наверное, и дешевле. И вот тебе, пожалуйста, кратеры. На Луне. Как с Аполлона снятые. Вот так будет хорошо. 30 минут 1, 18 июня 2019 год. Сатурн поднимается все выше. Но надо подумать и о первой смене. Нормально.